Там кафешку поставили. В общем, сделали классно. Как и обещал, вот вам отчет показываю, что сделали. Приятно наблюдать, куда уходят наши налоги. Ну вот, в данном случае, фонтан. Вот такой сделали фонтан. Дети купаются здесь вот так вот. Прям голышом почти. Вот. Там лавочки поставили. Там деревья посадили, лавочки поставили. Там сделали вот такие скверики. Лавочки поставили, деревья посадили, газончики сделали, лавочки, газончики, все культурно. Вот там тоже все сделали, в общем, классно сделали на Пратерштерне. Вот такой он, вокзал Пратерштерн. Вот там еще лавочки, вот там еще лавочки, вот там еще газончик сделали. Вот тут кран поставили. В общем, окультурили очень хорошо. Вот такой китайский ресторан. Выбираем жареный лосось, выбираем жареные креветки, выбираем какие-то вот эти штучки, выбираем, не знаю, что там, две штучки, еще что-то греется. Так, как видите, 0,00, 0 евро, потому что платится за человека. Чикен, а чикен не надо, гибака не нет, так, корзину и бештерин. Все, сейчас придется, ждем. Вот такое тут обслуживание, вот так, робот нам принес, можно забирать. Да, да, спасибо, сейчас, сейчас заберем. Вот так вот, 21 век, робототехнологии, вот так вот, бендин, все, и он уехал, короче, робот вот такой, все, пока-пока, вот так вот, так, вот такие снятины нам принесли, короче, вот такой у нас стол получается, робот все возит и возит, вот, кто его будет есть, вот это все. Очень смешно. Официант приехал, пришел, приехал, не знаю. Привез вот такую штучку за 12-й столик. Да, наш бештерин, все, езжай обратно. Чао. Вот так вот. Официанта всех уволили. Помимо блюд, которые находятся в планшете, можно еще прийти и взять вот тут такой стол раздаточный. Тут есть десерт, вот такой разный, есть фрукты, вот такого плана бананы в шоколаде. Вот. Тут к супам приправки, тут вот такие супы, там супы горячие, вот такие супы. Тут мороженое можно брать, тут есть суши, сушим всякие разные приправки. Салатики, малатики, шмалатики. Тут инструменты все, приборы. И тут тоже вот такая вкуснятина есть. Можно это все брать. Вот так вот. 4 взрослых, 1 ребенок. Вот так мы посидели. Официант продолжает работать.